Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Михаил Церковников. Мы в небольшом цикле лекций обсудим постановление Пленума Верховного Суда о досудебном урегулировании споров. И на первой лекции мы проговорим понятие досудебного урегулирования, из которого исходит Верховный Суд, обсудим случаи, когда необходима претензия, обсудим случаи, когда необходимо досудебное урегулирование споров при множественности участников процесса, и проговорим вопросы, связанные с основным и дополнительными требованиями и, собственно, досудебным урегулированием применительно к этим требованиям, а также обсудим увеличение требований в суде. Надеюсь, что эти лекции будут полезны. Смотрите их на видеоконсультант.